7 миллионов тенге. Во столько оценили жизнь годовалого ребенка в Туркестане. Там задержали женщину, которая пыталась продать собственного малыша. 27-летняя женщина даже планировала оформить сделку нотариально. Однако нотариус пыталась переубедить ее. После безуспешных попыток специалист сообщила об этом правоохранительным органам. Разоблачили женщину в ходе проведенной спецоперации. Она была задержана при получении денег. Установлено, что подозреваемая является жительницей Тулибийского района. Детям внимания она не уделяла. Ребенок, которого она пыталась продать, был госпитализирован с пневмонией в больницу.